Всем привет! Вы на канале Pixelenture. В этом видео я нарисую название группы BTS и раскрашу картинку яркими цветами. Я беру черный фломастер для контура, желтый, розовый, синий, сиреневый, чтобы раскрасить буквы. Буквы можете раскрасить любыми другими цветами, можете раскрасить одним цветом, как захотите. Рисунок будет не маленький, но в обычную тетрадку он поместится. И это будет несложный рисунок. По ширине название BTS будет занимать 34 клеточки, а по высоте 18 клеточек. Сначала я беру черный фломастер и начинаю рисовать контур. Начинаю рисовать от нижнего левого угла. Эта клеточка у меня будет нижний левый угол рисунка. От нее иду на одну клеточку вверх и закрашиваю вверх полосочку 16 клеточек. Это мы начинаем писать букву B. Теперь от вот этой нижней клеточки идем по диагонали вниз вправо и закрашиваем вправо 9 клеточек. От этой клеточки по диагонали вверх вправо одну клеточку закрашиваем. И от этой клеточки идем вправо по диагонали вверх 6 клеточек вверх закрашиваем. От этой клеточки 2 клеточки по одной по диагонали вверх-влево. Два раза по одной клеточке закрашиваем. Теперь от этой клеточки поворачиваем вправо. Одну клеточку по диагонали закрашиваем. Еще идем по диагонали вправо-вверх. И закрашиваем 3 клеточки вверх. От этой клеточки по диагонали вверх-влево идем. 3 клеточки вверх закрашиваем. А от вот этой клеточки 3 клеточки вправо закрашиваем. Теперь от этой клеточки идем по диагонали вниз вправо, отмечаем клеточку. А от вот этой вот клеточки, от одной клеточки перепрыгиваем 4 клеточки вправо, на пятой останавливаемся. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь вот эти две клеточки соединяем. Делаю так, чтобы не считать клеточки, чтобы было проще и легче рисовать. Теперь от вот этой клеточки по диагонали вниз идем вправо, 3 клеточки вправо закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки идем по диагонали вверх-вправо, отмечаем клеточку. От вот этой клеточки перепрыгиваем вправо 3 клеточки, на 4 останавливаемся. 1, 2, 3, 4. И соединяем вот эти две клеточки, рисуем еще одну длинную полосочку. От этой клеточки идем по диагонали вверх-вправо, 4 клеточки вправо закрашиваем. 2 клеточки вверх закрашиваем. И 4 клеточки вниз закрашиваем. Начинаем рисовать букву S. Теперь от этой клеточки по диагонали вниз-вправо одну клеточку закрашиваем. Теперь идем по диагонали вниз и закрашиваем вправо 4 клеточки. Теперь 2 клеточки вниз. Теперь поворачиваем влево по диагонали вниз. 6 клеточек влево закрашиваем. От этой клеточки 3 клеточки вниз закрашиваем. От этой клеточки идем по диагонали вниз вправо. И закрашиваем вправо 8 клеточек. Теперь одну клеточку по диагонали вверх-вправо закрашиваем. От этой клеточки вверх по диагонали вправо идем. И 7 клеточек вверх закрашиваем. Теперь поворачиваем влево по диагонали вверх. Одну клеточку закрашиваем. Еще идем влево по диагонали вверх. Закрашиваем 4 клеточки влево. От этой клеточки идем влево по диагонали вверх, 2 клеточки вверх закрашиваем. Теперь поворачиваем вправо по диагонали вверх и закрашиваем вправо 6 клеточек. Три клеточки вверх. А теперь от этой клеточки идем по диагонали вверх-влево, отмечаем клеточку. А от вот этой верхней клеточки по диагонали вверх-вправо отмечаем клеточку. И вот эти две клеточки нужно соединить одной длинной-предлинной полосочкой. Здесь должно быть 32 клеточки.
можно закрашивать не всю сразу полосочку, а по кусочкам. Теперь от вот этой клеточки одну клеточку по диагонали вверх-вправо закрашиваем. От вот этой клеточки перепрыгиваем влево 3 клеточки, на 4 останавливаемся. 1, 2, 3, 4. 4 клеточки влево закрашиваем. От этой клеточки 3 клеточки вниз. 3 клеточки вправо. И вот эти 2 клеточки закрашиваем. От вот этой клеточки 2 клеточки вниз перепрыгиваем, на 3 останавливаемся. 1, 2, 3. И 4 клеточки вниз закрашиваем. 3 клеточки здесь вправо. От этой клеточки 3 клеточки вправо. И вот эти 2 клеточки по вертикали закрашиваем. Контур букв уже готов. Теперь можно его раскрашивать. И нижняя полоска у меня будет синяя. Я отмечаю 4 клеточки по вертикали, провожу контур. Вот нижняя часть у меня будет синяя. Дальше я беру фиолетовый или сиреневый фломастер, отмечаю следующие 4 клеточки вверх, провожу следующий контур. Следующая часть будет розовым фломастером закрашена. 4 клеточки вверх отмечаю, провожу контур. А верхнюю полосочку высотой 4 клеточки я закрашу желтым. Я раскрашу и покажу вам, какой у меня результат получился. И вот такой яркий рисунок у меня получился. Я пририсовала еще сердечки. Можно их не перерисовывать, можно пририсовать что-нибудь другое. Если понравился мой рисунок, срисовывайте, раскрашивайте по-своему, проявляйте фантазию. И не забывайте ставить лайк под видео. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. На моем канале же очень много классных, ярких, простых и не очень простых рисунков. Всем пока-пока и до новых встреч на канале Pixelenger.